7 тысяч квадратных метров полезной площади. Последние 20 лет эта зеленая зона около железнодорожного вокзала была в полном запустении. Малые архитектурные формы, в том числе и фонтан, разрушены временем и вандалами. Не раз покушались на этот лакомый кусок земли застройщики, говорят в администрации. Когда-то был здесь парк, имени Ленина он назывался. Потом в лихие 90-е пораздавали все эти земельные участки, а вот эту часть удалось назад вернуть в муниципальную собственность. И сейчас Тимур Надарович нашел силы, желание привести его в хороший вид. Территория будущего сквера уже полностью спланирована. Здесь появятся вымощенные брусчаткой дорожки, установят фонари. Будет реконструирован и фонтан. Обновленной зеленой зоне уже и название придумали. Сквер для влюбленных. То есть это будет знаковое место, где у нас будет приезжать молодожены, у нас там будет стоять сердце, вот эти замки вешать. Торжественное открытие сквера намечено на самый пик свадебной поры – октябрь. Кстати, молодожены Хусты получат не только свое культовое место, но и места в детском садике для будущих детей. В дошкольном учреждении номер 7 уже в этом году начнется строительство пристройки на 100 мест. Привет! Привет! Как дела? Привет! Привет! Вообще, 7-й детский сад за последнее время сильно изменился, отмечают воспитатели. Благодаря шефам удалось забетонировать дорожки, сделать игровые площадки, отремонтировать фасад здания и веранды. Правда, для безопасности детей на игровых площадках, обратил внимание шефов глава города, необходимо предусмотреть искусственное покрытие. Изменения в ближайшее время ждет и здешний дом культуры «Луч», здание которого полностью реконструировали в этом году. Одежду цены они приобретают, да? Заказали вы? Да. Все уже у нас, мы проводим электронный аукцион. Она будет в сочетании трех видов. В сочетании с креслами. До конца года здесь установят экран для просмотра фильмов и кинопроектор. Решается вопрос о приобретении оборудования для просмотра 3D-фильмов. Игорь Кырпа, телекомпания ФКТ.